только когда играешь с изнеможением, понимаешь, чего стоит свободное время. Фанаты собираются в длинную цепочку. Ори на Твиче становится громче. Мои нервы с каждым днем слабее и слабее, включая рекламу как можно быстрее. Здесь за компом начальник топ-геймер. Моя свобода — это жизнь, играя в доту. Ты доту сын! Поэтому смертная казнь! Ты доту сын! Поэтому смертная казнь! Быть дудосом — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, в отделка или в тюрьму. Хоть твой папа майор, хоть твой папа полковник. Из системы нет выхода, и в систему нет входа. Доширак для того, чтобы я был сильней. Понятно? Тогда кипятка налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, что пока есть интернет в артелекоме. Я дудосер! Поэтому смертная казнь! Я дудосер! Поэтому смертная казнь! Чай и папиросы, опять я под дудосом, вопросы. Опять дудосы, мой компьютер, односторонняя связь, ла-2 и дота, арабская связь. Я не могу играть, но зато я вижу, как пинг поднимается все выше и выше. В то, что играй, в то, как сильно не хоти, моя свобода, в дудос не войти. Поэтому смертная казнь! Поэтому смертная казнь!